Ну вот, сосновые шишки из сада. Вроде бесполезный материал, подлежащий утилизации. Посмотрим, что из этого можно сделать. Пробный вариант. Будем делать барбекю на сосновых шишках. Жар идет изумительный просто. Ну вот, сейчас все прогорит. И начнем потихоньку жарить. Да, посмотрим, как быстро все будет продвигаться. Ну вот, все вроде копчевает. Достаточно быстро все произошло. Вот вам пример экологически чистого гриля. В Германии мешок угля стоит 10 евро. А шишек валяется в лесу до хера. Так что делайте сами выводы.